почти. Ну, если самое близкое выковало из всех. А? Камеру достал, сразу что-то похоже начал получиться. Короче, всем здорово. Выехали мы сегодня с Ливом опять покататься. Но видос, короче, влог на YouTube. Вот, приехали на такой wallride, короче. И пробуем что-то сделать. Да, если бы еще, как его, нет бордюр, то было бы, наверное, нормально. Ну, ветер, конечно, вообще мешает, поэтому, наверное, вообще плохо будет слышно на камере. Короче, приехали мы на другое место с ним. С Глебом. Подумали, короче, ну, постояли там, поболтали и решили, что отстойный wallride. Поехали, короче, дальше. Ну вот. Ступеньки, короче, три ступеньки. Я здесь осенью, мы с ним осенью здесь катались, делали трюки. Вот решили снова сюда приехать. Вот три ступеньки. Ну и чё, Глеба сейчас будет опять показывать свой стиль, да? Еще и на full cup, а? Не, ну. Ты хотя бы предупредил, я не знаю, что ты будешь их сзади в анете на full cup делать, да? Ты не, ай ладно. Я смотрю в камеру и потом смотрю, еще пошло на 360 и еще такой, не понял. Не, ну было прикольно, конечно. А да, видно было? Конечно, видно. Я ж мастер снимать. Ну вот, я тут перед камерой только что делал X-Ride в анете дроп на full cup-чик, вот. Сейчас будем снимать его в анете ему. О! Он сделал! По-моему, это было просто идеальное ванетти. Ой, вот это, конечно, ванетти было вообще по красоте. Ну, я не знаю, типа, на камере может это такое себе, а для меня, типа, потому что я градусы делаю вообще, ну, типа, только начал делать нормально, потому что раму поменял на короткую. Ну, для меня это была вообще пушечная трешка. Ой, ванетти. Вообще класс. Короче, катаем дальше, смотрим, что будет еще. Сейчас, короче, вот в эти три ступеньки нужно поставить бар. Это будет первый бар в три ступеньки. Не в три ступеньки, а именно здесь. Потому что здесь не дело. А ничего длинный, тут целый метр, даже больше. Будет непросто, но нормально, да? Тем более, что я делал с пяти ступенек. Так что три ступеньки это, в принципе, ничто. Правда, я просто давно не делал бары, поэтому, короче, хватит болтать, правильно? Все, погнали. Сейчас все будет. О. Ой. Не, ну красиво же, скажи. Ну, чуть-чуть криво, конечно. Третий только начал, ну, типа, две я просто криво закрутил, не уехал, а в третье. Не, ну, по-любому заценили же, да? Вот напишите в комментариях, что нормальный бар. О, наконец-то. Это было так жестко? Это было так жестко? Я приземлил прямо на колесо. В сидуху приземлил прямо. Короче, приехали на финишный спот, короче, ну, небольшой, опять же, подкат туда, двойной такой, со столом, можно сказать. Покатаемся, пару шишков сделаем, ну и на этом все, короче, по домам уж поедем. Чуть-чуть не доехал. Хочется, короче, в анете, ну и сюда в этот скат халфкабом. Такой, короче, опять лево градусов халфкабы вот такой. Потом я тоже какие-нибудь градусы здесь поделаю, потому что еще на подкате можно сделать. Да? Но это не то, что нужно было. Но зато в анете было, да? Ладно, может поставить, а может что-то будет другое. Надо было туда, вниз, халфкап делать. И все, и домой. Вот это уже красивее.
неплохой халфкап. Это был бэк классный. Сегодня, кстати, вообще хорошо идет, я даже не знаю. Я попробовал всего лишь 3 попытки, и 2 из них поставил. Неплохо. Короче, на этом видос подходит к концу. Короче, покатались немного, где-то какие места нашли, поделали трючков. Ну и, короче, что, как обычно, по старинке. Ставим лайки, пишем комментарии, побольше. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, обязательно. Сейчас пойдет лето, будет больше видосов, так что обязательно подписываемся все. Ну и что, до новых встреч. Всем удачи, всем пока.